Сегодня поговорим с вами о следующей теме. В одной из бесед, которую я имел с одним молодым человеком, он услышал такое выражение, вот «любимый царь», там было сказано о Давиде, «любимый пророк», скажем, там «любимый праведник». И возник вопрос, есть ли лицеприятие у Бога? Может ли быть так, что кто-то любим больше, кто-то меньше, есть ли какие-то любимчики? В конце концов, тема избранного народа тоже тревожит очень многие сердца. Есть некая зависть по отношению к Богу. Приходилось мне читать и слышать о том, что Гитлер очень завидовал евреям в плане богоизбранности, и это был какой-то такой тайный мотив ненависти к этому народу, стороны этого народа. Что почему вот вам больше, нам меньше там, и так далее. Есть ли лицеприятие у Бога? Есть ли у Бога любимчики? И вот на эту тему мы беседовали с человеком. Эту беседу я бы хотел пересказать вам вкратце в тезисах, потому что, мне кажется, эта тема очень важной. Безусловно, Бог нелицеприятен. Он смотрит на каждого человека одинаково. Его любовь покрывает всех равномерно, и нет у Господа зрения на лица, на одежду, на происхождение, на какие-нибудь такие второстепенные факторы. Он смотрит на сердца, по сердцам избирает себе слуг. Но, безусловно, люди отвечают по-разному на любовь Божию. И люди, реагируя по-разному на одну и ту же благодать, вступают в большее или меньшее общение с Господом. Это уже, конечно, не может не быть замечено. Господь ищет себе рабов и слуг, и тружеников на своей ниве, и если кто откликается на его призыв, то он вступает с ними в более глубокое, тесное духовное общение. И вот я сейчас скажу вам такой закон, такой интересный, который потом еще неоднократно повторю. Бог ищет одного для того, чтобы через него призвать многих. Или, скажем, Бог избирает одного для того, чтобы через одного всем сделать хорошо. Вот, скажем, воплощение Сына Божия, рождение от Девы Иисуса Христа. Это чудо из чудес. Это вещь, совершенно недоступная для ангельского ума. Мы только верой, по благодати Духа Святого можем об этом говорить. А так вообще ум наш изнемогает, мы не могли бы даже говорить об этом, если бы нам Бог этого не дал, не вложил нам в сознание. Так вот, не мог Господь родиться от любой девушки, от любой женщины, он просто не мог. Эта утроба бы расторглась, то есть человек бы не выдержал этого вливания нового вина в мехи ветхие. Если помните евангельские слова о том, что не вливают вино молодое в мехи ветхие, потому что и мехи прорвутся, и вино прольется. То есть невозможно влить неизмеримую благодать в совершенно порванный сосуд. Это будет бесполезное занятие. Нужно было Господу родиться от особой девицы, чрезвычайно смиренной, чрезвычайно покорной Божьей воле, чистой умом и чистой телом, неприкосновенной для всякого греха, добровольно, сознательно любящей Господа. Не просто потому, что ее удалили от всех, и она чиста, потому что никто не домогался ее. Была такая пословица у римлян. Чиста, потому что никто ее не хотел. А это именно личное усилие и добровольное внутреннее такое стремление к святости и чистоте. Должно было увенчаться такой необычайной святостью. То есть для того, чтобы такая девица родилась, нужен целый народ. Для того, чтобы этот народ жил в молитве, в посте, в труде, в молитве, в ожидании обетований Божиих, в постоянных чтениях священных текстов, в напоминании друг другу священных событий, чтобы стержнем жизни этого народа были божественные события. Значит, нужен был народ для того, чтобы была дева. И сам народ мог родиться от кого-то особенного. И вот Господь избирает Авраама вначале, от него расплодил народ, а из народа избрал деву. Вот такая интересная получается история. Вначале нужен один. Господь смотрит на всю землю. На земле живет огромное число людей. Как Исаия говорил, что люди, живущие на земле, похожи на гусениц. Они ползают по земле перед очами Божиими. Такая мышиная возня, суета. Такой Господь внимательно на них всех смотрит. И вот Господь, прикасаясь к каждому благодатью своей, ждет реакции человеческой. И вдруг находится Авраам, который готов Богу послужить. Его душа глубока. Его мысли смиренны, его душа мужественна. Он готов на все, буквально все, ради Господа Бога. И Господь избирает его. Он не может его не выделить из числа остальных, потому что Авраам особенный. От Авраама, испытанного, рождается Исаак, от Исаака Яков, от Якова народ. Размножение людей происходит. И вот от одного рождаются многие. Но это не ради Авраама, это ради всего человечества. Весь народ живет
долго живет, трудно живет, по-всякому живет, то грешит, то кается, то взлетает, то падает, то наказывается, то благодетельствуется. Это длинная история, описана в священных книгах библейских. Но все это не для того, чтобы народ просто жил, а для того, чтобы из него родилась одна, от которой родится Господь. И в мир придет Господь для всех. И вот, наконец, достигается предела некая внутренняя борьба, праведность превращается в ощутимые плоды, рождается дева, рождается девочка вначале, да, потом этот ребенок вырастает, воспитывается под Божьим крылом в девушку и уже физически уже готовую стать матерью, и она избирается в невесты Господу. Она рождает Сына Божия бессеменно, без всякой примеси похоти или нечистоты. Она рождает благословенный плод. То есть она одна рождает для всех. Господь приходит в мир для всего человечества. Лицеприятие ли это? Ну и да, и нет. То есть не лицеприятие в том смысле, что Господь не смотрит на всех нас так пристально там, по своим предпочтениям. У него нет предпочтений у Господа, только благочестие. То есть живи свято, и будешь Богом возлюблен наипаче. То есть будешь, чем больше будет святости в твоей жизни, чем больше будет милосердия, терпения, внимания, добрых дел, тем больше будет любви к тебе со стороны Господа. Ты сам привлечешь, притянешь в себя эту любовь своим добрым образом жизни. Вот такая история. Получается, один сначала избирается Авраам для того, чтобы из него родить народ. Но не ради Авраама, не Авраама, не ради народа. А ради того, чтобы через этот народ, через, в конце концов, эту деву, лучший цветок этого народа, лучший плод всего человечества, войти Господу в жизнь человеческую. Этот механизм продолжает работать и после. Например, апостол Павел. Вот, Господь избрал его, но не ради Павла, а ради того, чтобы через Павла евангельская проповедь громко, как действительно раскаты грома, прогремела над всей вселенной. Избирает причем так, как человек бы не избрал, потому что, помните, что Павел предстает нам, перед нами в свете таком невыгодном. Он дышит ненавистью и желает кровь проливать христианскую. Он терпеть их не может. Он очень ревнив к древнему закону. И когда убивают Стефана, первомученика, Павел стережет одежды. Он сидит при этих всех лохмотьях и стережет эти, значит, все эти верхние накидки еврейские, сочувствуя, как футбольный зритель на стадионе, значит, этому убиению праведника. И он дальше потом в Дамаск идет для того, чтобы казнить, убивать, бить, таскать в темницу, значит, за волосы влечь по всему городу. Вот. Но это на поверхности только. А внутри Бог знает, что он цел, тверд, чист. Это алмаз. Драгоценный камень. Просто это не видно. Бог избирает его, но не ради него. Бог избирает одного для всех. Через Павла евангельское слово проносится по всей вселенной. Если Петр, там другие апостолы проповедуют там в местах собрания иудеев, то Павел пошел ко всем. Пошел к галатам, филиппийцам, фессалоникийцам, коринфянам, ко всем, куда только можно пойти. И хотел бы обойти всю землю, только не успел. То есть вот вам Божий закон. Лицеприятия у Бога нету, но Бог избирает одного, наиболее способного, наиболее достойного, наиболее отвечающего Божьим всем этим критериям, способный ответить на любовь Божию любовью человеческой, полновесной, отмеренной, глубокой, присыпающейся мерой. И тогда через него одного совершается благо для многих. Горе тому человеку, который призван и этого не делает. И горе тому, кто не призван, но лезет туда, куда его не призвали. Вот то, что я сегодня хотел вам сказать и поделиться, собственно, пересказываем всего-навсего разговор, мой один из разговоров с людьми на темы божественные, библейские, касающиеся священной истории.